часто в женской, да, тусоваться. Ты где, в инсте? Да. Да, тут в инсте у меня чисто друзья, знакомые. Поэтому вышел с друзьями поговорить. Близкие. Как вы, братья мои? Я тусуюсь в женской комнате. Стал чаще времени проводить в женской комнате, чем в мужской. У них здесь уютно. Тебя же можно показывать уже, да? Да. Тебя же можно показывать? Да. Да. Короче, когда звезда... Аферист 159 в прямом эфире. Аферист 159, ну салют, салют. Почему аферист? Потому что, говорю, там свои темки, чернуха. 159, статья за мошенничество. Блатная романтика. Ну не судим, ничего, просто блатная романтика. Прикольная, говорю, потом, короче, жестко раскручиваешься, поднимаешься, покупаешь себе гелик черный, тонированный, номера вор, и клеишь вор 001, и клеишь Инстаграм аферист. И сразу всем становится все понятно. Что ты за тип? О, Эльвира. Тебя кто-то узнал. Ты уже популярна. Приятно, приятно. Ох, как приятно. Наша любимая певица. Не, ну красиво поет. Кто это написал? Константинова А. Кому ты знаешь? Конечно, да. Бля, сейчас, подожди. О, да, Артём, ты еще здесь? Диджей Арт. Привет, привет. Ты же здесь, да, скажи мне? Диджей Арт. Ну что, просто виснет, я хуй знает. Не, вышел уже, блядь. Все еще женское, пока только Эльвира и все, больше никого. Все сейчас там куда-то поедут, какие-то планы, какая-то суета. Ну, Эльвира сейчас тоже, короче, уезжает. Что-то все делают, да? Один я хуйней страдаю. Мотивацию надо поднять. Сегодня в зал не сходил, охуеть. Просто день зря прошел. Каждый день именно ходишь? Ну, типа, хочу, да, вообще стараюсь, да. Как бы, ну, как бы один день можно отдохнуть. Завтра хочу поменять. Где Элинка с Игорем? Элинка пошла на улицу курить. Игорь, наверное, в комнате у себя. Эй, мисс Кис, я плачу. Эй, мисс Кис, я плачу. Это песня? Нет. Какая? Okay. Блядь, неудобно телефон держать, хочется поставить его. А, знаешь, что я хотел? Хотел тебе сказать это. Что за свидание придумал? Ну, такое прикольное, типа, плане женское. Типа, я подарю цветы, все тогда, туда-сюда, там тортик, все красиво. Я говорю, типа, давай. Так, ну, типа, ты меня красишь? Ну и красками этими женскими. Типа, мы друг друга не видим, а потом вместе типа. Подожди, женская? Да, косметика. Да, да, ну просто типа вот так, кринжового прикола, ну, типа эффектно. Ну, да, и все, и типа, и вот, и потом друг друга там смотрим, забавное, да? Фоткаемся, там, не знаю. Я такой пидорок получается, блядь. Ну просто прикольно, как бы так, нестандартно, ну. Попробуй. Я икаю, что делать? Вот отец вспоминает. Да? Как называется? А? Как называется песня? Заводит. Не хочу икать, но попей воды или же задержи дыхание, посоветовать. Заводит. Я просто не помню там припев. Просто как поется там, заводит, заводит, что-то там. Заводит, не заводит. О, я вот так вот сделал, чтобы двоечку было видно. Так, нормально, да? Грамотно. У нас вроде таких стульев нету, да? А? Мужской же нет таких стульев. Я не помню, что у нас таких стульев. По-моему, один у вас возле стола стоит. Вообще, ну просто один стул, и все. Что за фигня? Где Лика? Лика, кстати, не знаю. А где Лика, кстати?
она домой поехала, что там свои дела решать. Сижу я с Эльвирой, сижу. Чудашку. У меня просто вопрос в косметике, где мне косметику взять. Думаю, это будет, блядь, зазря переводить, так сказать. Ну, думаю, да, у них есть, ну, типа, для грима всякой фигня. Да. Ну, там всякие дешевые, да, эти говна там. Так, как скажи, Лиза, глаз Лизы, блин, мне нельзя спалерить глаз Лизы, все видите, смотрите на око, не на око, а в око, смотрите на око, вот, поэтому нельзя спалерить, ой. О, вот Лиза. Пришла? Да, мне глаз дали, дом, мальчик. Чего? Секрет, блядь, большой.